Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Вы смотрите инвестиционно-обучающий канал Redline TV. Сегодня говорим с вами о Виуле, один из видеохостингов нашего присутствия. Те, кто играет с нами в квесте, знают, в общем-то, даже просматривают на Виуле, получая за это наши монеты азовкоины. Сегодня мы говорим немножко о другом, об инвестиционной точке зрения на этот видеохостинг. Дело в том, что я еще зимой рассказывал о Виуле, мы делали видео, мы делали также аудиопрезентацию по White Paper, радио Азовская столица, на терминале, на аудиотерминале. Ссылочки тоже будут внизу, вот, в шоу-нотах. Сегодня говорим о инвестировании, о инвестиционной составляющей. Дело в том, что этот видеохостинг, он как бы запланирован как децентрализованная площадка и, в общем-то, площадка на блокчейне, что позволяет, естественно, зарабатывать и тем, кто изготавливает контент, и тем, кто потребляет этот контент, и кто его смотрит. Вот. Также у них там marketplace, да, они хотели делать, то есть у них там достаточно много интересного по white paper. Вы можете освежить в памяти, я положу ссылки необходимые внизу. Вот, ну или по бокам экрана увидите. Сегодня я вам предлагаю посмотреть видеошот по входу в инвестиционную составляющую. То есть я проинвестировал там 700 тысяч VIU, это их внутренний токен, который, кстати, можно найти на базе CoinMarketCap. Это, кто не знает, это криптовалютная, как криптовалютный каталог самых крупных токенов, да, самых крупных криптомонет. Вот, VIU есть там присутствует, и я показываю это в эфирах, где-то, по-моему, 2 или чем-то, посмотрите тоже, да, посмотрите, итоговые конкретные цифры я дам в конце месяца в отчете инвестора, поэтому, кто не подписан на наш канал, смотрите, посмотрите отчет, там будет эта вся информация. Сейчас просто я показываю видеошот, где как инвестировать, 4 тарифных плана. Можно, в принципе, инвестировать постоянно, можно реинвестировать, можно выводить. Можно это все делать в разных криптовалютах и через Perfect Money в долларах. Вот. Кому как удобно, тот так и инвестирует. В общем, этот инвестиционный, этот видеохостинг подает надежду, по крайней мере, я так думаю, потому что многие крупные блогеры перешли на него, в том числе, как бы и на Ютубе, и на Виуле. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что он имеет потенциал, поэтому я проинвестировал тестовую сумму в эти 700 тысяч токенов, и посмотрим, давайте посмотрим, как это делать. У кого есть желание, ссылочка тоже будет внизу. Все, поехали смотреть. Итак, мы с вами находимся на канале Виуле. Вот, пожалуйста, это наш редлайновский канал, да. И сегодня мы видим, появились новые кнопочки Stake View and Earn, то есть помоги развитию и заработай, и Swap VIU. Ну, это их токены, да. Но это мы через Google, через Chrome расширение, через MetaMask. У меня было, я сейчас не хочу с ним возиться. Посмотрим, что они предлагают здесь. Все, к сожалению, на английском не переведено, но они предлагают заработать до 400% от размещенных токенов VIU. То есть, если начать, тарифы, да, сразу перейдем на тарифы. Ну, давайте, наверное, все по порядку. То есть, они рассказывают, как это работает. То есть, нужно купить токены VIU и дать заработать, развить этот проект через данную страницу. То есть, в других местах токен нельзя нигде прокрутить, да. Вот, естественно, нужно будет выбрать план тарифный. Вот есть 4 вида планов. Это на 4 недели 5%, на 25 недель 7%, на 12 недель 6% и на 50 недель 8%. Да? Начать третий шаг. Начать зарабатывать в июле.
и вывод мгновенный, да? Инстант, да, многие это знают. В любую криптовалюту, или же можно торговать токенами VIU на этих биржах OKX, Litecoin и BitZ. Ну и можно, в принципе, закончить этот процесс и, в общем-то, повторить. Вот. Почему они предлагают прокручивать эти токены в Виуле? Во-первых, это быстро и доходно. Во-вторых, много вариантов работы, да, в основном криптовалюты, но также есть и есть варианты работы с долларами через Perfect Money. Высокая доходность, 400% до 400%, да, безопасно. Растет цена VIU и предложение лимитировано. Они предлагают только 300 миллионов VIU, токенов VIU, которые они предлагают для работы. Да. Вот, пожалуйста, планы тарифные. Да. Вот здесь они, конечно, перевели одно слово. То есть 5% в неделю. Это 20% всего, да, то есть за 4 недели, то есть начиная от $50, да, есть 6% в неделю, вот такая сумма, вот это, ну, получается на 12 недель, есть на 25 недель, это 7% в неделю, и максимальная это на 50 недель, где вы получите 8% в неделю доходности. Ну, это неплохо, в общем, 8% в неделю, но здесь видите, какое, здесь получается 3000. Самые распространенные планы будут вот эти, по $50 и, ну, может быть, кто-то вложит $500. Если мы выбираем, допустим, план, да, то мы можем выбрать любой платежную в основном это криптовалюты, и есть Perfect Money в долларах. Вот, здесь нужно будет прописать ваш кошелек, любой криптовалюты, которая нужна, да. А здесь мобильный телефон. Вот, ну, наверное, сейчас попробуем что-то сделать. Вот здесь есть информация, как сделать депозит на видео, да. Есть информация, пошаговая инструкция. В общем, даже давайте мы, может быть, посмотрим эту пошаговую инструкцию. То есть нажать кнопочку «Заработать», нажать «Старт», то, что мы сейчас с вами сделали, нажать вот, в общем-то, валюту и ваш кошелек. Вот, выбрать тарифные планы, нажать кнопочку «Stake Now», затем, ну, «Pending Transactions» — это транзакции в ожидании, да, нажать «Pay Now», то есть, и заплатить с помощью QR-кода, это если на Coin Payment, да, вот, ну, идти назад можно пройти на дэшборд. То есть, в общем-то, ничего сложного нет, я думаю, мы, в принципе, эту процедуру проделаем. Сейчас я хочу поговорить по реферальной программе, да, что у нас они предлагают. То есть вам, естественно, нужно будет зарегистрироваться, пригласить ваших друзей, вот, настроить валюты, ну, кошельки с ваших валют, и получать 10% от каждого платежа. В общем, такие моменты, да, они, кстати, почему-то не перевели на русский язык. Вот эти статьи, как зарегистрироваться и получить реферальную ссылку, как пригласить больше друзей, да, как получить до 400%, ну и вот этот вот гид, ну, пошаговая, да, инструкция, которую мы с вами видели. В общем,
Вот опять же, кабинет, да, все есть, здесь все транзакции есть. Ну, давайте, наверное, приступим к нашим, к нашему инвестированию. Ну, вложим, предположим, ну, наверное, эквивалент $100 в эфириуме. То есть, что мы получаем? Мы сейчас выбираем план, ну, наверное, quick plan, да, который идет, вот, быстрый план, квартальный план, длинный, да, и максимальный. Но мы quick plan в течение 4 недель. Да, давайте его выберем. И выберем эфир. Да, и я сейчас дам кошелек эфириум для выводов. Вот так, вот он здесь у нас отмечен, и сейчас с вами вот они пишут, сколько нужно вложить депозита. На вот 0.25 эфира оно могут, да, может. То есть давайте сейчас внесем кошелек и определимся с количеством эфириума. Я внес сюда количество 500 тысяч VIU, их токенов, да, это равно 1/11 эфира. Но, к сожалению, не очень удобно, что нельзя прописать в эфире, нужно в токенах их прописать. И пришлось подбирать, да. Вот. То есть получается здесь привязка к долларам, да, но мы, получается, я сделал к эфиру, да. Внес мобильный телефон и вношу Ethereum Wallet, ну, кошелек эфир для выводов. Немножко сбойнуло, пока все это заводил, поэтому подумал, решил увеличить до 800 тысяч токенов VIU, это 1.78 эфира. В общем, я принимаю, показываю, что я не робот, и жму инвестировать now. Он пишет нажать заплатить сейчас, чтобы закончить введение депозита, поэтому жмем эту кнопочку. И бросила на Coin Payments, вот на этот кошелек нужно перевести вот эту сумму, в общем-то, что сейчас и будем делать. Вот эту сумму 1.78, да, и получилось где-то $358. Это наша инвестиция. Вот, вот такая 358.75 вместе с комиссией, и, в общем-то, продолжаем комиссию, да, работать с транзакцией и платим. Транзакция у нас ушла, и смотрим, что у нас здесь. Ну, я думаю, сейчас быстро, ну, во-первых, оно ждет нашу оплату, вот, 23 часа, но я думаю, что оно побыстрее пройдет, да. Вот, подтверждений, 3 подтверждения нужно. Ну, и когда пройдут все эти подтверждения, мы что-то увидим здесь в личном кабинете. Коллеги, в общем, информацию я предоставил по Виули, следите за обновлениями, будет возможно, ну, невозможно, а будет информация дальше, то есть я повторюсь, что информация об этом будет также в отчете инвестора в конце месяца, в традиционном отчете инвестора. Сейчас просто следим, обязательно инвестируем, те, кто инвесторы. И те, кто играет с нами в квест, 3.1.3.1 сегодняшний пароль, пишите этот пароль, получайте свои азовкоины. Обязательно слушайте радио Азовская столица, смотрите Азов Capital TV. Ну и удачного вам профита. Услышимся и увидимся в подкастах. Пока. Thank you.